Лёш, что, говоришь, репортаж пойдем снимать? А? Репортаж пойдем снимать? Ну, конечно. Я представляю народно-независимый репортаж города Дзержинска. Угу. Вот на это вот все ужасающий вид. О чем вы можете сказать? Что у нас власти в Дзержинске так не осуществляют? Плохо. Что можно сказать? Плохо, да? Да. Согласны? Согласитесь? Хороший, вот какой год здесь мы... Значит, наблюдаем такую картину, неоднократно обращались с таким, значит, заявлением к администрации через всякие порталы, через интернет и так, и ничего существенно не изменилось. Что говорит о чем? Что здесь вот много предпринимателей, хотя находятся на этих участках, магазины, все прочее, рестораны, вот, что не могут посодействовать насчет вот этого всего, вот этой вот площади. Площадки. Участники, они свою копеечку берегут. Копеечку берегут. Нет. Но вложить-то, наверное, можно, чтобы для людей это было пристойно. Вот глядите, церковь напротив. Да. Все ухожено. Вы согласны? Да, что церковь отвечает за свой участок внимательно и очень конкретно. А посмотрите, что здесь происходит, вот, например. Ухабы, просевшие, это плита вся. Главный. И вот еще главное, знаете что? Ступени. Ступени главные. Вот эти вот, которые вот спускаются вот вниз. Здесь кто-то есть хозяин, кто-то есть вот, наверное, к какому-то или ЖКО, или, ну, сейчас ЖКО-то нет, как они там, к кому-то относятся, эта площадь. Вот их надо. Вы думаете, это самое, с них надо начинать? А как же, конечно. Они смотрят здесь за это. Нет, а... И дворы. Допустим, и... допустим, взять так. Они, например, должны осуществить эту работу. Но на них кто-то должен повлиять, ну, правильно? Вот на них кто наши, должен повлиять. Наши власти должны повлиять. Ну, а это уже свыше. А в первую очередь, говорю, к нам, не к работе, не к какому-то вот постороннему человеку. Вот мы чего? Люди подневольные, скажите так, да? Вот именно. Патриотов нет у нас в Дзержинске. Наверное, скорее всего. Ясно. Пойдет так. А как вас величать? Вера Васильевна? Очень приятно. Ну, благодарю вас за понимание. Пожалуйста, к нашему репортажу. Спасибо. Спасибо. Девушка, извините, пожалуйста, можно вас на минуточку спросить? Вот вы ходите давно здесь? По этой площади. Вы вот так вот своим так вот сердцем от души не кривляю. Что скажете вот об этом? А? Ничего хорошего. А что было хорошо, почему не сделать? На кого надо это повлиять? Я даже не знаю, как надо влиять. Во-первых, чтобы машины здесь не ездили. И дальше будет все исправлено, да? Ну ладно, спасибо, девушка. Привет, дружище! Здорово. Вот наши все патриоты собираются Дзержинска, вот которые действительно могут что-то сказать о Дзержинске. Вот, допустим, взять, вот, Сергей, вот так скажем, ну что тут вот обусловлено происходит у нас на глазах? Вот скажи по-умному. Скажи по-умному. Это безобразие, это по-умному, по-глупому, это одинаково выглядит с любой точки. Как ни посмотри, справа, слева, снизу, сбоку, сверху. Безобразие уже сколько лет такое происходит, никому дела нет. Возмущайся, не возмущайся. Осень, там, нет, ну кого-то можно повлиять, наверное. Понимаете, Алексей, в нашей стране, в нашей, как говорится, Раша, все перекладывают друг на друга и концовку на другую. Вот что скажу. Про ступеньки неоднократно говорили вот про эти самые. Сегодня мы также невзначай опять вышли на прогулку, просто прогуляться по Дзержинску. Такие казусы, может быть, где-то и заснять. Ну вот сейчас люди буквально сказали то, что это неприемлемо, что-то надо решать. Кто будет решать с вопросом? А вопрос один. Здесь очень полно арендаторов, предпринимателей, магазинов, частников. Вот. И что это творится, безобразие вот это, уже... Никакой, уже который год. За это бьемся, через интернет все выставляем. И так на слуху люди выражают свое недовольство к этому вопросу. Ну что скажу? Власти, пора заняться.
невзначай кто-то здесь себе и голову расшибет. У меня вот, например, упала теща, и она сломала нос. Благодаря вот вашим этим занятиям, собственно говоря, я что хотел сказать.